Конное шоу в парке «Ривьера» работает уже 5 лет. Выступления бесстрашных артистов и грациозных лошадей заставляют сердце биться чаще даже у самого искушенного зрителя. Сегодня на арене Конного театра проходит шоу продолжительностью не более 30 минут. Увидеть их можно каждый день в дневное и вечернее время. Сейчас в театре всего 8 лошадей. Помогает им выступать труппа из 5 человек. Работать в театре не так просто. Универсальные артисты труппы должны обладать высокими навыками наездника, театрала и акробата. За основу берем чаще всего рыцарские турниры, какие-то богатырские состязания. То есть там, где лошадь была непосредственным помощником человека. И все это переплетаем между собой, приправляем это все интересными трюками. Пешие трюки и номера оригинального жанра с холодным оружием – тоже неотъемлемая часть завораживающих выступлений Конного театра. В новом сезоне артисты обещают постановку про амазонок. Богатый сюжет, современная подача, впечатляющие трюки и, конечно, лошади. Все это ожидает зрителей уже 1 мая. Ознакомиться с афишей конного шоу можно на официальных инстаграм-аккаунтах театра и парка «Ривьера». Ссылки на ваших экранах. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей.